В Японии произошло самое мощное со времен Фукусимы землетрясение. Магнитуда толчков в районе города Куматото составила 6,4 по шкале Рихтера. В результате 38 тысяч домов в префектуре остались без газа. Сейчас в больницах находится более 700 человек. В зоне стихийного бедствия продолжают работать бригады спасателей. Сообщается, что через 6 часов после землетрясения им удалось обнаружить под завалами и спасти грудного ребенка. Для разбора завалов была вызвана строительная техника, и за жизнь 8-месячного ребенка боролись 50 человек. К немалому удивлению спасателей, на ребенке не оказалось ни единой царапины. За ситуацией в районе следят и российские дипломаты. По их данным, наших соотечественников среди пострадавших нет. Премьер-министр Японии Синдзо Абе принес соболезнования семьям погибших и пообещал оказать помощь всем пострадавшим от землетрясения. Он подчеркнул, что в зону стихийного бедствия уже направлена продовольственная и гуманитарная помощь. Людям, оставшимся без крова над головой, предоставят жилье.